Префектура Симоне находится в 600 километрах к западу от столицы Японии Токио на побережье Японского моря. Симоне, именуемая страной богов и родиной мифов, многократно упоминается в древнейших исторических хрониках Японии Кодзики. Считается, что даже в настоящее время каждый ноябрь в синтоистском храме Идзумо Тайся собираются боги со всей Японии, и каждый год проводится посвященный этому фестиваль Камиари Сай. А это горячие источники Тамацкури Онсен, неподалеку от храма Идзумо Тайся, которые издавна называют божественными водами Каминою и где наверняка наслаждалось купанием немало богов. Эти горячие источники овеяны мифическим ореолом и неоднократно упоминаются в составленном 1300 лет назад собрании мифов и легенд Идзумо. Люди издревле верят, что их вода полезна для кожи и любят эти источники. А каким действием обладает вода этих источников? Мы обратились к производителю натуральной косметики Сатис Сэйяку с просьбой провести анализ воды. Анализ воды показал, что вода горячих источников Тамацкури увлажняет кожу и препятствует потере влаги, сохраняя кожу увлажненной. Мы провели еще один опыт, чтобы проверить результат. Четверым людям из первой группы на левую щеку брызгали воду из источника, а на правую – дистиллированную воду. А четверым людям из второй группы – только воду из источника на левую щеку. Эту процедуру повторяли 3 раза в день в течение 8 недель. Выяснилось, что содержание влаги в коже, обрызгиваемой водой из источника, повысилось на 65%. Также кожа стала более нежной и мягкой. Помимо этого, улучшился кровоток, а благодаря избавлению от роговевших клеток и меланина стало меньше пигментных пятен. Оттенок кожи приблизился к сбалансированному, идеальному цвету. Вот где скрывался древний секрет красоты кожи. Косметика Химе Лабо рождена источниками Тамацукури, дарованными нам природой. Все средства линии по уходу за кожей содержат воду источников Тамацкури. Мыло Химе Лабо завоевало всеобщую популярность и было продано в количестве 10 тысяч штук за год. Плотная, пышная пена нежно очищает ваше лицо. Благодаря компонентам воды из источника, даже после умывания кожа увлажнена. После умывания гель Химе Лабо. Это универсальный гель, заменяющий и лосьон, и молочко. Дополняют линию по уходу за кожей гель-скраб Химе Лабо, удаляющий омертвевшие клетки кожи, лосьон-эссенция Химе Лабо, на 80% состоящая из воды источника. Давайте послушаем впечатления молодой хозяйки гостиницы на горячих источниках от постоянного пользования нашей косметикой. ヒメラボの石鹸は泡立ちがとても良いんですね。弾力がいいこうもちもちとした泡がありまして、その泡で顔を包み込むようにして洗うことができます。で、洗い上がりはですね、やはり玉造り温泉水が使った石鹸ですので、突っ張ることがなく、とってもしっとりとしてるんですね。汚れが落ちるだけではなく、保湿もしっかりと兼ね備えてくれる石鹸ですので、とても私は気に入っています。 Горячие источники Тамацкури Онсен любимы людьми на протяжении вот уже 1300 лет. Линия продуктов Химе Лабо рождена водой этих источников. Безопасность и качество из Японии.